Любимый город на холсте и в стихах. В Доме ветеранов прошла выставка Майи Рыбкиной «Серпухов наш золотоглавый», посвященный празднованию Дня города. На одной картине парк и сквер, на другой храм Покрова Пресвятой Богородицы. Пенсионерка признается, вдохновение ей не занимать. Сейчас вдохновляет, я не знаю как, такой становится красивый, прекрасный, растущий. Вот, об одних скверах можно говорить бесконечно. Каждое местечко в нашем городе, которое было запущено, обустроено, облагорожено и становится красивым. Вот и сейчас я в него влюблена. В Серпухове с пенсионерами ведется большая работа. В Доме ветеранов также проходят фотовыставки, творческие танцевальные конкурсы, флешмобы. В том числе здесь открылся клуб живописи, в который может записаться любой желающий.